Ребята, всем привет! Сегодня у нас 14 апреля. Как я и обещал, будет разыгран конкурс. Мы заходим на YouTube-канал. Сейчас у нас 6:30 утра, тишина. Все спят, поэтому я бы спокойненько могу сделать видео. Мы заходим на видео под нашим названием «Конкурсное», которое было. Я беру ссылочку этого видео, копирую и ставим рандомное для комментариев. Рандом для комментариев. Вставляю нашу ссылку, пишу с ответами. Понятно, что когда выберут, я еще проверю, чтобы человек, который выиграет, являлся подписчиком и оставил комментарий «Шишка», как мы и говорили. И вот он начинает выбирать. В прошлый раз та же самое дело. Я думаю, это 2-3 минуты займет. Да даже на какие 2-3 минуты? 20 секунд. И мы увидим победителя. Всегда души отдам подарок. Если, ребят, это будет далеко, чем Латвия или Литва, я перешлю вам денежки. Надеюсь, вы купите, покажете, пришлете мне обзорчик, чтобы мне душа спокойно было, что ну не просто так я послал непонятно куда. Но то, что обещал, я сделаю, потому что я выполняю всегда свои обещания и дальше буду делать. Дальше будем делать больше конкурсов, чтобы было интенсивней, интересней. И вам прикольно, да и мне прикольно. Еще пока не выбрал, потому что когда он выберет, в прошлый раз, я помню, было, он выделяет ярким оранжевым цветом. Сейчас он ищет все, потому что если не будет неправильный комментарий, не будет слова «шишки», мы сделаем и еще раз нажмем слово «поехали» и опять же разыграем. Я даже не знаю, какой у них там алгоритм, подсчет или как. Но это вот сайт tatet.ru. Рандомный выбор для конкурса, предоставленный на YouTube, там и других группах и платформах. Ну да, видно, там было 1552 комментария, из них, наверное, 500 непонятных, но должен выбрать, наверное, уже. Конкурс я снял, и как видим, что видео я не показал до конца, я его обрезал, так как разыграл я его 6:30 утра, встал, разыграл и сразу же написал победителю. Выиграла, ну, скажу вам, женщина из Латвии. Почему я показываю вам? А слымница? Мне многие написали, были пару человек: «Андрюха, если какие-то там кто-то непонятный не будет выигрывать, ты приз просто так не отсылай». Я позвонил и первый раз в жизни услышал, ну реально, какие-то такие слезы, то есть меня тронули до души. Ну, у человека беда. Я думал, правда, неправда, она говорит, не нужен мне аквариум, то есть если можно, то есть отдайте кому-то другому, а мне какую-то сумму. Мне так ее стало жалко, что у нее трагедия в семье. Я поехал в больницу, думал, сниму ролик, даже покажу, если люди обманывают. Нет, я увидел страшную, вообще страшную историю, услышал. Вообще лучше бы я этого не слышал, вообще мне вообще это не нравится. Но чтобы не обманывать вас, я скажу честно, я никакой аквариум не давал. Я дал ей денежку, которую собирался разыграть или купить аквариум. Ну, немножечко добавил своих. Конкурсы я буду проводить каждый месяц. Все деньги, все полностью, которые я зарабатываю на Ютубе какие-то, как мы зарабатываем, это круто сказано, которые поставляются Ютубом, плюс мне там еще выделяют, какие-то рекламы вставляют, то есть там какие-то копеечки, ну там свои 300-400 евро, то есть, ну они мне особо-то, не то что они нужны всем, ну надо делиться с ближним, тем более вы смотрите, это ваши заработанные деньги, потому что вы смотрите, вы ставите лайки, вы смотрите вот эту рекламу, то есть, ну, делайте все то, чтобы канал развивался и зарабатывал, поэтому я буду разыгрывать каждый месяц. Вот этот случай, конечно, будет единственный, я сразу же пропишу в условиях и перед роликом расскажу, что только приз или деньги в эквиваленте, но будет обязательно должен, куплен будет приз похожий, или аквариум, или все то, что связано с аквариумной тематикой. Ребят, большое спасибо, что посмотрели. Я думаю, вы не осудите. Я думаю, что вы поймете и согласитесь, что, наверное, все-таки я сделал поступок тот, который должен был сделать каждый из нас. Поэтому огромное спасибо. Будем разыгрывать, будем смотреть аквариумы. Будем летом ездить по Европе, смотреть
разные базары и все остальное. Ребят, всем спасибо, всем пока. С вами был ваш Чудак и Рыбы-монстры. Пока-пока-пока. Подписка, лайк и колокольчик. Вам спасибо, а мне приятно.